основа драматургического произведения – это конфликт. Пока большая часть подрастающего поколения еще не думает о предстоящем учебном сезоне, некоторые уже в интеллектуальной обойме. Последователи британской методики «Класс Акт», направленные на социальную реабилитацию подростков с помощью собственного творчества и внедрение написанного материала в массы, вновь сподвигло основателей фонда поддержки современного искусства «Живой город» и творческие площадки Камаловского театра «Этюза» на освоение весьма любопытного эксперимента. Этой системой уже пользуются в ряде российских театров. Сегодня еще время такое, что оно требует от человека открытого ума, живого ума, гибкого, реагирующего. Нужны люди, которые понимают, кто они, что они и какая у них задача. Вот. На этой земле, в этом городе, плюс даже и в этом проекте. Музыкант, режиссер и сценарист Юрий Клавдиев начал писать пьесы еще с 12 лет. Сегодня его материалы на расхват. В казанском «Этюзе» идет спектакль Юлии Захаровой «Приключения Свена» по пьесе «Собаки якудзы», где с помощью метафор о герое пьесы «Дворовой собаки, сбитые в стае» решаются вопросы выживания в эстетике каменных джунглей. Молодца! Правильно. Это именно то, что нужно. Первая ступень знакомства – это постановка характера в будущей пьесе, разработка конфликта и мотивации поведения героев. Подростки, которые принимают участие в лаборатории классной драмы из разных семей. Алексей Исмагилов, сын известной актрисы «Тюза» Елены Нинашевой и балетмейстера постановщика Фаниса Исмагилова, похоже, знает, зачем пришел в подростковую лабораторию. Мне это очень интересно – писать, что-то обсуждать, с кем-то спорить посчет чего-то. Вот. И мне интересно само общение и творчество. Вот. Нам часто задают придумывать какие-то сценки, и мне очень нравится в них участвовать и быть автором этих маленьких спектаклей. Драматург-наставник Юрий Клавдиев хорошо знает подростковую среду. Фильмы по его сценариям, такие как «Все умрут, а я останусь», сериалы «Чемпионки» и «Школа» наделали немало шума в чиновничьих кабинетах и родительских умах. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, «Эфир 24». «Ганнибал» с понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».